Добрый день. Мы находимся на озере Рыжеватое, расположенное на территории Ерёмовского природного резервата, недалеко от села Студенок Изюмского района Харьковской области. В связи с тем, что уже несколько лет не было разливов, и это лето было довольно-таки засушливым, озеро полностью пересохло, и везде, где виден серый грунт, это является дно озера, а места, где осталась вода, это прорытые бобровые каналы. В связи с тем, что озеро почти полностью высохло, погибли тысячи рыб и множество других видов водных животных. Как видно, вода в канале имеет зеленоватый оттенок, от нее неприятно очень пахнет болотом, гнилью. И неизвестно, сколько понадобится теперь лет на восстановление природного баланса данного водоема. Но это озеро не единственное, которое пострадало, так как на территории Ерёмовского природного резервата пойменных озер несколько, и сейчас все они находятся на грани высыхания.